трамвай 7-го маршрута слетел со спуска задним ходом. Вагон остановил бетонный столб, который в свою очередь рухнул на рекламный щит. Кроме этого, пострадала иномарка. Осматривает повреждения своего автомобиля. У «Форда» разбито стекло пассажирской двери и задние фары. Примято крыло и багажник. Впрочем, признается мужчина, о ремонте машины пока не думает. Главное, сам остался невредимым. У трамвая отказали тормоза. И он вниз врезался, сбил столб и немножко зацепил меня. Я думаю, жив Господь, что я живой, целый и невредимый. Слава Богу за все, что я могу сказать. Надо уметь за все благодарить. Водитель вагона уже общалась с патрульными, но на камеру говорить о случившемся женщина пока не готова. Водитель в ужасе, шокирована, трясет все, ну, внезапно. Внезапно отключается сеть на подъеме, и она летит. 16 тонн металла неуправляемого, движение здесь интенсивное. В течение 40 минут сотрудники горэлектротранса пытались убрать покореженный трамвай с тротуара. По словам коммунальщиков, вагон должен был ехать на стоянку, и пассажиров в нем не было. Поднимаясь с Херсонского сквера в депо под пересменку, вагон самопроизвольно обесточился, и вследствие чего осуществил движение задним ходом. Причина самопроизвольного отключения сейчас устанавливается сотрудниками энергохозяйства. В то же время бывшие сотрудники коммунального предприятия, пожелавшие остаться неизвестными, предполагают, что авария могла произойти из-за неисправного аккумулятора. При отключении тока в контактной сети именно он должен был стать источником питания всех систем трамвая. Юлия Долгонюк, Роман Приемахов, Думская ТВ.